Так, в Актау у нас очень ранний вылет. Итак, наш рейс перенесли на 2 часа. Налей. Я думаю, может, отличная поездка. Так что, Запад, встречаем. Peace the globe. Мы сейчас вот будем снимать, мы здесь на море пришли, волны, но окунаться не будем. Давай, короче. Господи, какая красота, а? I love Актау, и вправду, здесь реально красиво, мило прям. Там большой каспийский окунь, да, или кто это? Лосось или кто это, я не знаю. Очень красиво. В общем, сейчас, наверное, самый красивый момент, который мы в Актау запечатлели. Набережная на 14-м. Какой закат. Самое вообще невероятное место в Казахстане, наверное. А поистине, по крайней мере. Сейчас вот так вот покажу. Очень умиротворяющее зрелище. Там остался Риксос. Мы сейчас пошли на... Ну, там кольцо обозрения, красиво светится. Мы пошли на пирс. Через пару часов нам утром выезжать, но мы в ресурсе. Это вот пирс, очень красивый. Каньоне Капомсай, точнее уже внутри этого каньона, там есть зеленый грот, ну типа оазис. Thank you.
Мы в Сардасе, это бизнес-центр, едем в Шапах-Тасай, потом у нас долина шаров Турош и еще что-то. Так, мы в юрте ночуем. Прекрасное утро в Этноуле Кукес. Спали в юрте. Чудесно просто. Просто неописуемо. Так, первое утро в Этноуле Кукес было холодно. Там мне пиздец хуйня. Казанали вообще рисковый человек, посмотрите, какая высота. Камень отдельно стоящий, он ничего. Шанса не будет, я лежит. Так говорю. Да, отлично. Ну, может и будет. Еще вернемся сюда. Реально самое живописное место в Актау, Бужра. Мы здесь попали в самый закат. Невероятный закат на Бужре. Короче, мы в палатке, это жесть. Как мы ее ставили, это вообще отдельный случай, да, у нас улетело несколько колышков. Это, короче, там обрыв уже. Вот здесь будем спать, прикольно. Надеюсь, холодно не будет, не замерзнем. Честно ли, какие ощущения? Я скажу, что мы в первый раз. Вот что-то надо всегда в первый раз делать. Да. В общем, закрываем. Bear Grylls. И как тебе эта ночь? Ужасно. Ночь жести. Никому не советую этого все пережить. Но мы пережили. Несмотря на то, что ночь была не простой, мы вот встречаем такой вот рассвет. Такой вот завтрак. Чайник закипел, есть чем взять его. Чайник. У меня два спальника, кажется, лежат. Кстати, зато в тепле. We'll be right back.
Кстати, обидно. Позади меня стоит Тетис Блю. Это самый большой аквапарк в Казахстане. Но и мы туда не попали, к сожалению, потому что не сезон, он сейчас закрыт. Тем больше мотивация приехать сюда летом. Летом, судя по видео, здесь вот конкретно в Тетис Блю и вот на всей береговой зоне невероятно классно, кайфово. Прям апогей летнего отдыха. В общем, Тетис Блю — это самый большой аквапарк, представляете? И он находится здесь, в Актау, Риксес Water World. Передо мной Ербол. Ербол сейчас крутой пилот дрона. Казахтуризм, рахмет. Да, Казахтуризм, рахмет. Как я всегда говорил, Мангустау — это космос. И в этом космосе стоит побывать хоть раз в жизни. Что ж, время возвращаться домой. Вот мы и в Астане. После 5 дней путешествия совместно с экспедицией «Экоустюрт», организованной Казахтуризмом, мы побывали во всех классных местах Актау. Было очень классно и очень вдохновляюще. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Оскар, оператор Азлан Али, We Project, медиа о людях в Центральной Азии. До скорых встреч. Путешествуйте, друзья.